жизни, сгори, мне плевать! Ты не умеешь выживать! Никто не умеет! Чувак, ты что, ёбудался? Ты для меня ничто! Проваливай! Как я тебе убегу-то отсюда? Сами хуже чумы! Я понял, спасибо тебе. Я дал тебе укрытие, снарягу. Научил выживать. Без меня б тебя сожрали. А я что тебе сделал? Я тебе панацею взял. Я был тебе нужен. Да, теперь ты самостоятельный человечище, нос задираешь. Но не забывай, откуда я тебя вытащил. Откуда? Нужно было дать убежищу сгореть, как сам ты сюда. Как и предсказывал. Не надо ничего. Вот беда таких, как ты. Что надо делать? Как себе, как жадные дети. Что надо делать? Не мудрено, что страна развалилась к чертям. Нахера ты меня так кинул-то? Я думал, вот это таки док. Как? Офигенно, ты давай еще везде свет, ты выруби. Слушай, бесяра, ты мне сначала подскажи, как свалить с твоего убежища. Я бы с удовольствием. Да-да-да, я приду и скажу, ко мне спецназовцы подойдут и скажут, ну что ты принес? Я скажу, не! Скажу, сори. Вы бесконечно там ползаете, да? Ё-моё! Как открыто я это должен? Там не надо открывать. Да закрой ты дверь! Вы представляете, как их много, и они все бегут за мной. Давай быстрее, пожалуйста, а? Что за дебильная лестница? Дальше куда? В проход. А дальше? А дальше в собор. Пожалуйста, пускай это будет конец. Опа-на! Кто в убежище-то заходит? Мы же только что оттуда убежали. Этот сам чувак, да? Который учил нас и защищал? Мы же негр, а выиграли негр не выживет. Негр выжил. Еще игру про... Лол. Лол, чувак, ты что, больной? Ты видел, сколько там зомби шло? Ты в этом убежище не выживешь. Да, мне тебя жалко. Да ты не успеешь уйти, там такая орава. Он что, за всем городом следил? Это печально. Он следил за всеми и командовал всеми. Как выживать и что делать. Еще и минус нога. Кстати, кто играл в Манхант? Похожая игра, немножко, только там немного про другое. Опа-на. Говорит живой, как слышно, прием. Новый живой? Что? Что? Он специально всем делал, чтобы... Лол. Вот это уебок. Он... И, короче, ему это нравилось, заниматься этим. Управлять, то есть, народом. Выжившими, чтобы они им приносили еду и всякую херню. А я, получается, спасся, да? Получается, спас весь мир, а этот чувак не хотел, чтобы так было. Он хотел, чтобы всегда так было в убежище. Классная песня. Да-да-да.
Нашел себе новую игрушку. Но концовку... Я столько потел ради такой беспонтовой концовки. Это нечестно. Негр выжил, чё? Скорее всего, его подобрали, и в скором времени придумают вакцину, и как бы мир спасется от всего этого. А этот пока будет наслаждаться игрой. Ровно 8 часов мы потратили, 7 часов 59 минут. 8 часов прохождения игры. Концовка бред полный. Я тоже бы дал 4 концовки из 10. Даже 5 бы не дал. А некр, ты выжил. Это просто жесть. Не за что. Спасибо вам, что пришли. Я думаю, прохождение было увлекательным, немного туповатым. Что? А ну веселей! Мы должны улетать из Лондона, но я обещала, что вернусь. Мне плевать, ты это или нет, но ты на той же частоте, так что ноги в руки и беги в Тауэр. Ждем сколько можем, бегом! О нет, просто боже. Давай, не мешкай, мы уже в пути. Можно мне без Тауэра, а?